смотрите на этого человечка. Мы сейчас повезем Марине чемодан. Всем доброе утро. Вот, а Алишер пошел наверх, чтобы взять велосипед, потому что нам надо кое-что отснять. И только потом мы поедем. Вот, и мы тут стоим с чемоданом на улице, потому что машина далеко. Ждем Алишера. Когда ребенок, ну, очень хочет вести чемодан, а роста не хватает, можно сделать вот так. Ай-яй-яй, Марина. Да, Марина тебе сейчас ай-яй-яй сделает. Вот так и будем идти до стоянки. Чуть-чуть осталось, давай. Ты сможешь это сделать. Подними его повыше, подними его повыше. Мы зашли, заехали на почту. Получили бьюти-бокс, ребенок потребовал, хочет сам подержать. Вот, и, кстати, наверное, две коробочки опять. И такой прикол, сейчас же на почте у нас вводят новую схему. Ты должен зарегистрироваться у них на сайте и сможешь получать посылки без паспорта. В принципе, удобно. А с 1 января это вообще будет для всех обязательно, то есть сейчас пока еще по паспорту можно, а потом уже все. Вот. Я, естественно, зарегистрировалась, чтобы быть впереди планеты всей. Но система такая: ты приходишь на почту, сообщаешь оператору номер. Дальше тебе приходит смс-ка с кодом, который ты должен сказать оператору, и тебе выдают посылку. Все клево. Только у тех, у кого Теле2, на нашей почте сеть не ловит. Поэтому для того, чтобы получить посылку, надо выйти на крыльцо, получить смс-ку и вернуться обратно в почту. Вот. Я не знаю, как эту проблему потом решать. Потому что сейчас-то ладно, а потом с 1 января все будут бегать туда-сюда, что ли. Ну, реально не работает, там просто нет сети вообще, не то что интернета, а просто все вырубается всегда. И так всегда было, сколько я сюда хожу. Так что... Небольшой недочет. Куда едем, зайчик? Туда? Не, мы вот туда едем. Мы едем по двум делам, скажем так. Во-первых, Алишеру надо на работу. Вот. А во-вторых, мы с Мариной сегодня снимаем. Вот мы с Алишером уже кое-что отсняли, то, что нужно для этого видео. И сегодня мы с Мариной будем снова снимать. Мы хотим снимать пару раз в неделю стабильно. Придумали себе график, но не знаю, насколько это будет реально. Если мы хотя бы раз в неделю будем встречаться, будет уже хорошо. А то дети болеют, то мы болеем, то куда-то надо, то дела. Но мы себе выделили 2 дня, когда мы наиболее свободны, и четверг один из них. Вот сегодня поэтому мы едем встречаться и снимать видео, которое было придумано 2 месяца назад. И мы хотели его снять еще до моего отъезда, но Марина сильно заболела, поэтому мы не сняли его. А, и кстати, у Артёши его болечка стала намного-намного лучше. Мы продолжаем мазать всем, поэтому он такой розовый, он будет таким розовым как минимум до понедельника. Ну там уже прям заживать начало, меня очень радует. Пробка! Мы в пробке! Пробочка! Пробка! 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 Пробка, пробка, пробка! Это единственный человек, которого веселит пробка. Все, хана, у нас накрылся радиатор окончательно. Мы приехали в метро. Хотели заехать перед Мариной. А теперь вообще, блин, что теперь делать-то? Мы думали, он в машине поспит потом. Называется, мы решили сэкономить и перед отъездом не ремонтировать радиатор. И мы же его просто, как сказать, запаяли, чтобы он не потекал, и все. Теперь уже не запаяешь. В общем, Алишер позвонил в магазин, узнал, где продается этот радиатор, в каком филиале, и записался на ремонт. А нам сейчас с Артёшей придется ехать к Марине. Я собиралась одна к ней, потому что у Марины идет ремонт. Как бы там слишком пыльно для ребенка, но нам просто некуда деваться. Придется подышать пылью, пока машину ремонтировать. Причем Алишер записался на 4. Раньше нету времени. Сейчас только 1:30. В общем, день обещает быть долгим. Вот так сюрприз, блин. О, Алишер смог открыть радиатор и доливает туда антифриз. Хорошо еще заметили вовремя, он там прямо капает сильно. Я всегда волнуюсь за машину, говорю, отремонтируй сразу, ну вот отложили.
Мы, Марина, в гостях. Едим картофельный суп. Я, как человек, которому нельзя цветное, нашла выход из положения, потому что я забыла об этом. Так что суп через трубочку, это, кстати, вкусно. Всем привет! Марина ест там. Так я уже две съела. Они такие вкусные. Так я больше не хочу. Я еще хочу. Вот и кушай, это ж твои. Правда? Никто не забирает. Сейчас в Маринином влоге, наверное, в моем, мне тоже напишут, что я так странно оделась. Так вот, ребята, это просто был первый попавшийся свитер. Я не предполагала его делать. Я думала, у Марины теплее. Просто тут типа плечи должны быть, а там платье. Знаете что? Пока я укладывала Артемия, стало темно. Я там говорила про форс-мажоры, когда мы не сможем с ним. Мне придется потом одеться и точно так же, как сегодня, потому что с великом очень классно получилось. Мне будет жалко, если пропадет. Так что, Марина, в понедельник. Я с Майкопином. Ну, а смотрите, что у Марины, точнее, у Олеси в комнате. Та-дам! Какая красота. Вот так вот. Смотрите, что мы решили делать, чтобы не пропадало время зря. Мы будем готовить вкусняшку с Мариной. Потому что у Алишера только минут через 20, дай бог, начнется ремонт машины. Вот у нас времени будет очень много, зайчик. Да, будет времени. Хотя и потом, надеюсь, что он меня возьмет с собой в метро. Потому что я хочу там посмотреть лимонную кислоту. Может, там что-то хочешь? Лимонную кислоту. Ой, я помаду съела. Жидкую? Нет, я хочу для этих, для бомбочек своих, для ванны. Скоро Новый год. Большой. Да, просто они в они в пакетиках, а мне килограммов бы 7-10, вот так было бы нормально. Ну да, без Алишера это сложно. Просто не продается в обычных магазинах, а в метро может. Так, мне надо стереть помаду. Это не помада, это шоколад. Вот как она снимает свои рецепты. Я уже, на самом деле, рецептов тысячу лет не снимала. Ай-яй-яй, забросила канал, да? Не, у меня лежат рецепты булочек с маком. Что-то пошло не так. Жалко, сами булочки не лежат. Жалко, сами булочки не лежат. Как бы не пришлось делать. Да-да-да. Видите, какая строгая мама. Не. Пришла Олеська со школы. Да. Принесла пятерку. Да. Собирается съесть суп. Да. И сделать уроки. Да. И пойти в гости. Да. 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 А я просто сижу еще, да, и смотрю на булочки, вот которые медленно румянится. Фокуса нету. Чего ты хочешь? Да. Гаги? Марина, это более сложная задача. Гаги, ягодки? Нет, это пить. Гаги. Да. А у меня у сестры Гаги это ягоды. Да, у нас это ягоды. А Гаги. У нас, я не знаю почему, это вода холодная. Поменьше чашечку ему? Да. Он тут заказал в ресторане кашу и вот воды еще. Лёва, нашёл, как ты? И кашу будешь? Кашу. Угу, хорошо. Один. Вот так подойдут, наливают нам. Приятно, приятного аппетита. Спасибо, да? Смотрите, какая вкусняшка. Нет. Чуть-чуть расклеилась. Ты скажи, что это я делала. И все. Я так и ради говорила, у нее лепешки кривые получились. Я сказала, ты скажи, что я лепила. И все. Авоська? И так уже минут 10.
Ты сделай, как корова делает. Бабака. Ку-ку. 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 Нет. Нет. Уже не знаешь, что придумать, да? Все, машину починили. Все нормально. Поменяли радиатор. Алишер еще мне прислал фотку красоты, которую я устроила. Вот так. Так даже не видно практически. Это вот здесь вот я помяла, оказывается. А вот так снизу смотришь и видишь вот эту красоту. Вот что я вчера сделала. Прикиньте. Так что вот так вот. Так, мы идем. А я плохо ему надела. Идем в метро. Хорошо, у Алишера есть возможность подвижного графика. Это очень приятно. Так, нет ли машин? Там уже, походу, все к Новому году готовится. Сейчас посмотрим, сколько у них елки стоят. Может, тут подешевле покупать не будем? Сейчас посмотрим. Вот, мне нравится что-то типа этого. Ну, не знаю, не идеально. 3300 такая стоит. Фигня разная. Большая нам не нужна. Может, такая. Хотя, даже великовато. Не знаю, я хочу в обе посмотреть, там выбор большой. Алишер вообще предлагает белую. Но я что-то не знаю. Артёша? Хороший способ передвижения. В рот нельзя. В рот нельзя. Фу, грязная кака. Ай-яй-яй. У нас растет гераков. Молодец. Нифига себе, я еле толкаю эту коляску. Ага. Артёшка сидит с моей упаковочной бумагой. Я уже взяла, не удержалась. Смотрите, какая красивая. Я всегда заранее покупаю, когда мне попадается красивая. Иначе, а потом долго еще, видите, с совушками. Тут просто всякие картинки. Новогодние, и тут елочки-лисички на этой сирене. И Артёше повезло. Покажи мне эту штучку. Кто-то забыл на кассе. Это такая штука на бутылке мартини висела. И ему досталось. Красиво, да? Ого! Ого! Алишер ушел в еще один магазин. Кое-что мы не нашли. Сейчас он купит. И поедем уже ему на работу. И потом домой отправимся. Я поела хлебцы, купила. И, блин, как у меня болят зубы, в общем, не от этих резинок, которые мне нацепили. Теперь все супер классно болит, как всегда болело после смены дуг раньше, когда зубы двигались. Ну так, короче, просто так не болит, а когда жуешь, болит. Неприятно. И что, в чем прикол? У меня, не знаю, один или несколько зубов сдвинулись, и теперь, когда я закрываю рот, у меня с правой стороны все зубы смыкаются, а слева только задний. А дальше вот это все до передних зубов, оно в воздухе висит. То есть там как-то так подвинулось. Ну, у меня сейчас доктор, она хочет именно сдвинуть зубы. По ним как бы ближе вперед стояли, чтобы здесь, по крайней мере, внизу было плотнее. Потому что у меня эти передние зубы, они на расстоянии неправильно стоят. Надо более сплоченными сделать. В общем... неприятно, все это теперь поднывает. Но сейчас быстро пройдет. Доехали до дома, пытаемся припарковаться, все уже занято. Времени, это сколько? 22:40. Очень долго ехали, еще пришлось в одно место, по делам заехали. Кое-кто уже давным-давно сладко спит. Сейчас у нас будет операция по транспортировке, а потом мне надо будет сделать так кучу дел.
мне надо этот влог смонтировать. Туркменский обязательно сегодня. И почту еще рабочую разобрать. Там целая куча всего, короче. Я сегодня снова не выспалась. Точнее, завтра буду не выспавшись. А, как ярко. Ладно, Соня. Я прямо здесь с вами попрощаюсь. Так что увидимся завтра. Всем пока.